В Якутии готовится справочник для мигрантов. В нем будет указана, в частности, информация по оформлению, регистрации, трудоустройству, медобслуживанию. С активным развитием территории для Якутии вопросы формирования толерантности в обществе становятся все более актуальными. В этом плане совместно с общественными объединениями ведется работа по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Для предотвращения социальных и образовательных проблем по адаптации мигрантов в Доме дружбы народов имени Кулаковского при содействии Министерства по развитию институтов гражданского общества проводится цикл занятий для иностранных граждан, прибывших на территорию республики, для выполнения трудовой деятельности.